это вопрос. Я же ну, не один такой, это не какая-то моя обида. Я немного так уж, чтобы и потерял. Вот. Вопрос в том, что я просто знаю, как это организовано. Вот. Я понимаю, очень о чем хорошо. Вы говорите. Я понимаю, о чем вы говорите. Я не верю про процесс. Он такой же плохой. На уровне департамента? Нет. Вообще, я говорю, в целом, в нашем городе, я просто, у меня как бы есть с чем сравнивать. А, это другое дело. Я сравнивать не хочу. Я хочу сравнивать с тем, что есть, и с тем, что может быть. Нет, а не с тем, да, что где-то там. Нет предела совершенства. Ну да. Ну я понял, у вас-то ситуация просто такая была, как бы. Нет, я просто знаю многие вопросы из первых рук, касающиеся школьного образования. Я за ними слежу. Вы, видимо, часто говорили, что льву там мясо не дают. Да нет, я политикой не занимался. Просто из нашей школы ушло воспитание. Вот это вы правы. Ну, мы, кстати, я не знаю, вы видели программу, которую вы... Нет, еще. Две недели назад на правительстве приняли программу. На мой взгляд, она интересна, конечно, она требует доработки. И все, там как программа воспитания. Потому что без этого вы правы абсолютно. Школа это в первую очередь воспитание. И тема, связанная, значит, с советом, она интересная, на мой взгляд. Поэтому я, значит, пришлю этого самого Василия Николаевича Кичиджа на следующую встречу с вами. И я думаю, что вы с ним пообсуждаете. Может, такой совет создать, и, наверное, нужно. Георгий Сергеевич, позвольте поздравить вас с 15-летием организации «Российский союз молодежи». Организация, которая продолжает... Не состоял. Комсомоле состояли? Всего возраста. Я в комсомоле? Нет, в комсомоле состоял. Ну, мы продолжаем, дело начато. В союзе молодежи. Ну, мы можем вас принять. Познаваться. Что угодно. Хочет принять маленький подарок. Спасибо большое. Вот, а мне в продолжении темы образования хотелось бы сказать. А кого фотографироваться-то будем?